Не собирался идти на фильм «Коридор бессмертия», а вчера в Фейсбуке увидел положительный отзыв на этот фильм и, честно скажу, побежал на него. Побежал потому, что есть слабая надежда, а вдруг действительно фильм интересный. Ну, обычно же у нас как? Телевидение у нас все хвалит, новостные каналы, а Фейсбук у нас все ругает. Вот, может быть, есть шанс увидеть нечто любопытное, поэтому спешу за открытием. Хочу увидеть, хочу наконец сказать вам, вот первая ласточка возрождения российского кинематографа, когда стали делать хорошие фильмы. Очень хочется верить, очень хочется надеяться. Охеренный фильм. Я бы сказал другие слова, чуть более точные в данной ситуации. Огромное спасибо всем, кто фильм снимал. Режиссеру, композитору блестящему, съемочной группе, актерам, всем без исключения. Всех нахрен выгнать из кинематографа, всю группу представить к правительственным наградам, к Путину на прием и побольше говорить об этом в СМИ. Еще раз повторю, охеренный фильм, надо идти. Ни о каких минусах, ни о какой критике я говорить не хочу, потому что это сугубо профессиональное дело. С точки зрения зрительского восприятия фильм охеренный. Если не ходили, сходите. Я не часто обращаюсь к вам с какими-то просьбами. Если у вас есть возможность написать пост про этот фильм, отрепостить его на своей странице, не обязательно это делать с моим роликом, просто напишите, что вы были на фильме. Если не были на фильме, соврите, что были на фильме, что он вам понравился. Потому что это то кино, которого мы ждали. У него есть свои шероховатости, но он в целом блестящая работа. Честная, сценарист, люблю тебя просто, чудесные тексты. Артисты, дорогие вы мои, мальчик, который играл в этой самой, в «Аритмии», которого я ругал. Ты прекрасен, ты просто прекрасный характерный артист, блестящая работа. Все молодцы, ребята, обожаю вас. Просто я сегодня заново поверил в российское кино и в российских, вообще во все поверил. Всем идти в кино, в зале был я и еще один человек, все. Всем идти в кино, пожалуйста. Bad Comedian, дорогой мой, хватит говно обозревать. Очень смешное говно. Напиши, скажи, что фильм хороший. Кто там еще? Гоблин. Кто еще у нас есть, кто способен донести информацию? Сходите в кино, посмотрите фильм и расскажите о нем. Ко всем обращаюсь, расскажите, что фильм интересный. С первой ласточкой поздравляю вас. Нет слов. Проплакал весь фильм, честно скажу. Все. В кино, все в кино, потом пишите комментарии. Спасибо.